Всем привет, с вами как всегда Дезертир, и это метро Last Light, серия вторая. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Печально такое прибыли. Слышать. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Хорошие гермовороты. Точнее, гермодвери. Хотя на самом деле. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Это лишь подобие гермодвери. Так, готов? Вперед! Готов. Осторожно, двери закрываю. Удачи, ребят. Спасибо. Вы с моим отцом тоже так давить на монорельс? Ну да. Это на рассадник черных наводить. Будем надеяться, и в этот раз ничего получится. Опа. Походу подали электричество. Ну давай. Спасибо, Кэп. Так, куча трупов. Выдвигаемся. Окей. Давай направо, слева тупик. А ты уверена? Что-то их спугнуло. Будь начеку. Какого? Зараза, вот это скорость. А у тебя ничего, реакция. Нормально. Кстати, по секрету скажу. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Так вот. Поверхность. Надевай противогаз. Зараза, ты мне дашь сказать. Так вот, если его, например, не убить, она скажет. Про него, типа, вот эта скорость и так далее. Но ничего, в следующий раз убьем или что-то в этом роде. То есть, ну, короче, в зависимости от того, что мы говорим и что делаем, ну, реплики немного меняются. Это очень приятно. А вот если пройти сюда, то мы найдем здесь наше интересное дело. Давайте прочитаем. Может, дело и не в черных. Время сейчас тревожное. Орден похож на растревоженный улей, созданный когда-то, чтобы уберегать метро от любых опасностей. Он сам навлек на жителей подземки страшную угрозу. Когда мы проникли в D6, нашли огромные запечатанные хранилища. Казалось, что мы спасли человечество. С запасами лекарств и продовольствия, которые тут должны храниться, с действующим ядерным реактором, в метро можно будет оставаться сколько угодно. И дожить до того дня, когда радиация на поверхности угаснет, когда мы сможем вернуться туда и снова сделать Землю своим домом. Так, и 7 патронов. Хорошо. Все супер. Давайте пойдем дальше. Периодически буду вот все-таки читать моменты. Она уже забралась наверх, кстати. Я, походу, забыл противогаз надеть. Окей. А, если бы мы полезли за ней сразу, то она сказала бы фразу. Помоги-ка. Типа, хватит пялиться на мою задницу, не для тебя цвету. Ну, надеюсь, что вы сами пройдете и посмотрите все эти фразы и реплики, и ролики. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Окей. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? Вроде да. А я простая девчонка. Мне тут оставаться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почует и сам вылезет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Хорошо. Надеюсь на тебя. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно. Я, конечно, помню, что лучше не привлекать их внимание. Да. Мать твою. Слушай, и правда до сих пор что-то чудит.
А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Есть какое-то движение? Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не черный. Это страшно. Готов. Твою мать. Тройка, работаем. Давай, добивай. Все. Так, вроде все почистили. Ты цел? Конечно. Эй, ты цел там? Да цел, цел, говорю же. Ты такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артем. Так, давай влево. Там есть обход. А я о чем? Воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Вот же он. Мелковат. Но с виду черный. Ну что же ты? Давай! Дьявол, так. Вот это скорость! Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру окей. Я предполагаю, что у черного за... Пошли. У черного защиты. Он должен быть тут. Следит за тобой. Вот он, падла. Сейчас я его гаду. Прыгай за ним, Артем! Там не обойти! Стрелять, я так понимаю, по нему бесполезно, в общем. Налево! Черт! Он прямо на тобой! Осторожней! Готов! Лучший снайпер, лучший снайпер! А ну стой, сволочь! О-оу! Кажется, у меня проблема. Старые воспоминания. Помню, как мы их всех расхреначили. Понял. Рейх? Какого? Тепленький. Гутен морген. Скотина. А ведь предупреждали о том, что Рейх хочет. Хреново. Господин штурмбанфюрер, свежие поступления. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчать! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек, урод. Это произвол. Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю, ты мутант.
Нет, нет, пожалуйста. Охрененная логика. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии. Два. Да здравствует товарищ Москвин. Три. Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красные и Мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Да я-то откуда знаю? Неплохо справился-то, смотрите. Рейх-то протупил. Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Оно, конечно, круто, мне нож себе так, калаш. А что они там говорили про мусоропровод? Шустрый. Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Что-то я не хочу вниз. Давай сюда. Не-не-не, я здесь останусь. Ты точно уверен, что вниз надо, да? Отсюда выхода нет, но... Окей. Почему головой-то? Почему не жопой? Твою мать. Пойдем. Знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Ну окей, тем более, что я по скрипту дальше тебя не пройду. Двинули! Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, Хорошо. Двинули! Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Ну, окей. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка, решетка. Спасибо, Кэп. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! Ну давай. Прыгай. А мне руку подать не хочешь? Окей. Останусь здесь, подожду. Можно давай и так. Так, а сейчас... Представь, что ты маленький, сука, мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Замри! Не представляет, что я сука или мышка. Хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Спасибо. Море волнуется раз, море волнуется два. Ага. Замри, блин, отомри. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, я Элен.
Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыро тут? Нету тут штукатурки. Бетон один. Так, заключенный 130. А? Это вы произвели шум? Не я это, не я. Богом клянусь. Продолжим. Заключим. Подобно не будет. Ты не вякнул, гад. Эй, слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Это вот этот? Видимо, да. Перебей их столько, сколько сможешь. Окей. Все равно конец. Ничего у тебя, парень, не получится. Только подохнем все из-за тебя. Получится. Выкрути лампочку. Да уже. Давай на ту сторону. Может, там выйдет подняться. Встретимся наверху. Не пожрать. Чего? Пожрать. Кормить тебя еще. Тебе ж подыхать все равно. Хоть грибов бы, хоть крысу сырую. Поесть. Вон соседа по клетке жри. Он как раз окочурился. А ты гений прям. Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. Да понял, я понял. За сочувствие урода. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец с Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то. Ты этот. Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Есть? Так. Ползти по таким трубам мне не очень-то нравится. Так, там вроде бы никого нету. Ножички, ножички. Мертвый ботанический сад всегда был гиблым, безлюдным местом. Сталкеры начали обходить его задолго до того, как черные построили там свой улей или город. Во всем мире только я один и хотел попасть в ботанический сад по своей воле. Но теперь там оказались сталкеры Рейха. Эти поборники расовой чистоты почти никогда не вылезают за пределы своих станций в центре Москвы. Что они забили... почему забили? Ладно, что они забыли на дымящихся руинах ботанического? И почему Анна не выручила меня? Дочь Мельника ни за что бы не бросила товарища в беде. Что, если они тоже схватили ее? Она грубиянка и пацанка, и я ей, кажется, совсем не нравлюсь. Но я беспокоюсь за нее. Бу. Какой ты, сука, страшный-то. Ух ты ж, мать. Ух ты ж. Ножичек, патрончики. Ну ты даешь, парень, как ты его? Да ладно, ничего особенного. Тише. Услышь, ты все. Дай газ. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Окей. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Прячемся!
мной шутки шутить будете? Ну-ка, вылезай. Цены, ну что за приколы? Серега, ты? Гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Это уже не смешно даже. Давайте теперь в прятки играть, блин. Как маленькие. Серега! Кстати, попробуйте не убивать, точнее, не убивать этого охранника, а просто попасться ему на глаза. Можно несколькими путями пройти. Внутренний блок прошли. Теперь самое веселье будет. На вот, держи. Ага. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Вот, собственно, благо вот этим переключателю мы можем сами лифт убрать отсюда. Постараемся продвинуться тихо, спокойно. Сука, из-за этого возьмите. Теряем солдат. Не теряем, его уже все потеряли. Так, вот из-за вот этого возьмите, у меня сбился захват. Да-да-да. Вот тут у нас есть возможность, кстати, спасти заключенных или не спасать. Ну вот, соответственно, да, то есть попробуем нажать. Итак, всем спасибо за просмотр. Это была вторая часть... Да нашел, помолчи. Это была вторая часть игры, в которой мы, походу, почти выбрались из тюрьмы, в которую попали. Всем спасибо, всем пока. С вами был, как всегда, Дезертир.